Хорошо. Ребят. Откроем наш учебник на странице 310. Aspettate la data 13 урок, Настя. Pagina 310, 310. И у нас есть perché я говорил, да, что сегодня будем изучать разные функции у этих двух частиц. У частицы C и у частицы N. Начнем с частицы C, поскольку у этой частицы больше функций. Некоторые из них мы уже знаем, поэтому здесь просто повторяем то, что мы уже знаем. Если вы видите, что написано с самого начала, пронome рефлессиво, возвратное местоимение. Мы знаем, что у возвратного местоимения си для первого лица множественного числа превращается в чи. Здесь ничего нового нет. Ольга, хочешь читать приложение? Le mattine ci alziamo sempre presto. Переводи. Утром мы просыпаемся всегда. Не просыпаемся. Встаем. Встаем, да. Это разные вещи, Да, зверьярс, я понял. Ci dobbiamo preparare per uscire. Sì. Нам нужно приготовиться к выходу. К выходу. Bene. Ok. Минуточку. Сначала комментарий, потом чтение, все-таки будет очередь Ирине. Bene. Дальше. Мы знаем, что C имеет такую функцию. Мы уже использовали в этом смысле. C это личное прямое местоимение. То есть личное местоимение винительного падежа для все еще первого лица множественного числа. Ирина. Quando ci ha visto, il professore ci ha invitato a prendere un caffè. Sì. Oh, когда он нас увидел, sì. Профессор нас пригласил. Выпить кофе. Bene. Ok. Дальше, и это тоже уже знаем, у частицы C есть еще такая функция. Личные косвенные местоимения, то есть местоимение дательного падежа, все еще первого лица множественного числа, то есть нам. Дмитрий. Джорджо ci ha telefonato e ci ha chiesto di accompagnarlo alla stazione. Bene. Джорджо нам позвонил. Sì. И по-русски он... здесь не совпадает. И нас. И нас он спросил. Sì. Просил. Не стейтит, а отвезти нас. Да. Отвезти его на станцию. Провожать. Ладно. Окей. Все. Пока это все, что мы знаем. А сейчас добавляются новые функции. Местоимение, частица C заменяет управление глаголом, когда управление глаголом... Это четвертое, мы это уже знаем. Четвертое это местоимение места, туда и здесь. Туда и там. In questo luogo, в этом месте, либо в этом месте, in quel luogo, в том месте, либо в то место. То есть, короче, туда и там. Это уже знаем. Настя, пожалуйста. Vieni al bar, si, ci vengo volentieri. Sì. Vado a Roma in circa due settimane. Sono già andato a Gubbio e non voglio tornarci. Beh, mi parlarsi. Bene, переводим. Пойдешь в бар, кафе? Да, с удовольствием. Да, пойду с удовольствием. Бен. Я еду в Рим и буду там две недели. Си?
Я уже ездил в Губию и не хочу туда возвращаться. Бе. Digo, né? Каждому по своему. Va bene. Сейчас пяти разделы это новинка для вас. Это как раз здесь частица си, частица чи заменяет управление глаголом, когда управление глаголом выражается посредством предлога а. То есть а questa cosa, а quella cosa, quella persona. Città in prelagenia. Natalia. Chi compra il pane ci pensa io. Sì. Ha creduto a ciò sì. Che ha raccontato Alberto. Sì. No, non ci ho creduto per niente. Bene, a stana vispata. Bene. В первом приложении глагол «pensare» здесь не значит «думать», а значит «заботиться». Но все-таки по-итальянски это один глагол, и управление глаголом «pensare» – «pensare a». Поэтому, переводи. Кто купит? Купит хлеб. А об этом? Об этом позабочусь я. Bene, bene. Pensare a, vместо того, как сказать al pane, a questa cosa, penso io, ci, a хлебе, думаю, а нет, об этом, думаю, вот, ci penso io. Дальше, и переводим, пожалуйста, Наталья. Credere это поверить. Ты веришь? Поверил. Ты поверил? Тому? Тому, что сказал Альберто. Си. Вообще, понятно, да вообще. Понятно, с симптом, льгун. Бе, вообще не поверил. Бе, поэтому вместо того, чтобы сказать «А quello che ha raccontato Alberto, a questo non ho creduto», ставим «ci». И другие приложения в этом разделе, пожалуйста, Ольга, читай. Gli spaghetti non mi piacciono, non riesco a mangiarli, ma col tempo mi ci abituerò. Beh, abituarsi a e da privicat c'è muta, anche parrucca, muta paparuschi, datemi pa 10. Spaghetti mi не нравятся, не могу их есть, sì. Но со временем я к ним привыкну. К ним привыкну, к ним привыкну, да? Это просто надо выучить, как накручивать. Mm. Beh. Voglio prendere un bel voto all'esame. Sì. Ci tengo molto. Beh. Per tenerti magla per vesti abisnuvamo sto snaci tenerci. Vi знаете как ol tenere? Держать. Как по-русски это переходный глагол, не требуется предлог. Держать сумку. Tenere una borsa. Но tenere a, уже с управлением, tenere a это совсем другое значение, это дорожит кого-то, что-то. А, переводи сейчас. Al voto это оценку. Я хочу получить на экзамене высокую оценку, правильно? Sì, хорошую оценку, sì. Хорошую оценку. Дальше... Бах, здесь дорожит не походы по-русски. Мне это очень... Мне это очень нужно. Нужно, важно. Важно. Бе. Вместо того, как сказать «Al voto tengo molto», скажи «ci». Шестой раздел. Частица «ci» еще заменяет управление глаголом «con». «Con questa cosa», «con questa persona», «con quella cosa», «con quella persona». Ирина, пожалуйста. Марко è molto simpatico. Чисто bene. Sì. Марко очень симпатичный. Приятный. Да, приятный. Горбун и воняет. Но она приятный. Бе, по поведению. Мне? Мне с ним хорошо, что ли? Да, да, да. У меня нос не работает, поэтому.
sto garbone in interessue. Anna che хороші анекдоти рассказывать мне весело. Beh. Questo è un problema serio. Sì. Se? Non ci scherzare. Beh. А scherzare значит шутить. Это серьезная проблема. Sì. Не могу об этом шутить, что ли? No, не шутить. Данного глагола нет. Это не повелительное наклонение. Не шути. С этим. Надо серьезно относиться к этому. Недооценивать. Не стоит недооценивать. Ну да. Beh. Ok, scherzare con, non scherzare con questo problema, niente, слишком длинно, уже понятно, с чем не надо шутить, поэтому non ci scherzare. Dimitri, ma no, прости, Ирина, есть еще... Ольда, Cucciolo? Cucciolo di vacce. Sì. Ai miei bambini piace molto giocarci. Sì. Ой, Ольда, очень живенький. Щенок. Кучо это щенок. А, это щенок. Щенок. А, то есть это щенок, я поняла. Угу. Значит, Польдо очень живенький щенок. Си. Моим детям очень нравится с ним играть. Си, с ним играть. Non con Poldo, non con lui. Ci. Bene. Седьмой раздел. Vi знаете glagoli vedere, vidieth, e sentire, slishet. Sentire значит що, чувствовать, но здесь смысле слышать. И вам достаточно использовать эти два глагола. Noi итальянцы, это не обязанно, это факультативно, поэтому вот почему говорили, вам достаточно знать только vedere, sentire. Noi итальянцы... когда речь идет о зрении и о ухе, могут использовать местоименный глагол «ведерчи» и «сентирчи». Это местоименные глаголы невозвратные, где «си» меняется в зависимости от подлежащего. «Чи» не меняется. «Ведерчи» и «сентирчи». Читаем предложение, пожалуйста, Дмитрий. Ci vedo poco con questi occhiali. Sì. E perciò devo comprarne un altro paio. Sì. Fermati. Allora. Мне я плохо, я не очень хорошо вижу. Я не очень хорошо вижу с этими очками. Вот так, поэтому нужно должен купить. Должен купить другую пару. Другую пару. Beh. Beh, e второе предложение, пожалуйста, Дмитрий. Le dispiacerebbe parlare più forte. Sì. Non ci sento bene. Sì. Non mogu poговорить погромче. Sì. Плохо тебя слышу. Мне не... Плохо это слышно. Плохо это слышно. Beh. Как на вы или на... Le dispiacerebbe, da вас не сотруднило бы, поговорить погромче. Мне не очень слышно. Здесь содержание приложения это именно чувство, зрение и ухо. И поэтому можно использовать такие глаголы. Не обязательно, можно сказать прекрасно, vedo poco con questi occhiali e non sento bene. То есть, если мы видим ci vedo и ci sento, мы на чи не обращаем внимания. С точки зрения перевода нет. Только вам знать, что это используется исключительно, когда речь идет о соответствующих чувствах. Вам не стоит использовать. Достаточно видеть и sentir. Bene. Восьмой раздел. Вопрос есть, Ольга? Нет. Я вижу так. Восьмой раздел. Здесь у нас есть два глагола, похожие, но не являются совершенными синонимами. Первый это «волерчи»,
Yesho anno mistimion, Yesho din mistimion ni glagol s mistimini ci. E metterci. Bratiani, oba per voi saca trebovazza. Annaka, надо понять, какая разница между ними и как спрягается, потому что это не прямо как по-русски. Начнем с первого глагола. Это волерчи, это глагол волере плюс мистименичи. Но волере значит хотеть, а волерчи требоваться. Это совсем другое глагол. Допустим, я хочу сказать, что не требуется один час, чтобы закончить эту работу. Б. Если, но, не мне требуется. Что требуется один, ни мне, ни тебе, никому и всем. Что требуется один час, чтобы закончить эту работу. Поэтому использую глагол «волерчи», потому что это бесличный глагол, когда я не скажу, кому это требуется. Никому и всем. Подлежащее – это то, что требуется. Один час. Третье лицо, единственное число. Отдаляю местоимение спрягаю глагол «волере». Час – это третье лицо, единственное число. «Воле». И потом подлежащее. «Унора». И потом могу продолжать предложение. «Пер финире questo lavoro». Требуется один час, чтобы закончить эту работу. Подлежащее это один час. Но, допустим, не требуется один час, а требуется два часа. Тогда подлежащее это две ore. Это уже третье лицо множественного числа. Ci vogliono due ore. Per finire questo lavoro. Ma mancare se smogono si può sentire? No, mancare è da ni patent. No, 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 no. Teraz nie vesci, Beh, paruski trebovazza spregazza esclusivamente una treta lizzei di insieme ci sta. A pedalanski niet. Spregazza v zavisimosti a tavo sto trebuzza. Как будто здесь требуется один час, а здесь требуются два часа. Но может быть, что то, что требуется, чтобы закончить работу, это я. Потому что только я способен решить эту проблему. Тогда ci voglio io per... Здесь местоимение однозначно наставить. Местоимение не имеет обычно. Per finire questo lavoro. Как будто требуюсь я. Местоимение только в первом лице, да? Требуется. No, no. Ci vuoi tu. Per finire questo lavoro. No, no. Если то, что требуется, чтобы закончить эту работу, это человек, и мы не хотим называть человек по имени, ставим обязательно местоимение именительного падежа. Хорошо? Бе. Но я вам говорил, что это способ безличный. Непонятно, кому требуется. Понятно, что, кто требуется, но непонятно, кому требуется. Непонятно, не сказано. Если я хочу указывать на человека, которому это требуется, использую другой способ. Меттерчи. Но здесь конструкция отличается. Здесь при использовании глагол «меттерчи» подлежащее это человек, которому это требуется. Поэтому, чтобы сказать, что мне, здесь было написано «требуется час, чтобы закончить работу». Если я хочу сказать, что мне требуется час, чтобы закончить работу, «чи» отдаляю местоимение «чи» от глагола, спрягаю глагол «меттере», но здесь подлежащее это человек, которому мне ci metto un'ora. E здесь не важно сколько. Due ore.
facciamo così, uno, ci metto un'ora o due, metterei questa cia se le do per finire questo lavoro. Se scalice ci slo ta vostro treguezza ni vliet na glagol, потому что глагол спрягается в зависимости от подлежащего. Подлежащее это то, тот человек, которому это требуется. Если тебе требуется один час, чтобы закончить работу, чи метти, спрягаем глагол меттере в втором лице. Un'ora, due ore, va. Если ему требуется, либо ей, чи метте, и так далее. Хорошо? Настя, пожалуйста, читаем. Переводчик. Per salire sull'autobus ci vuole il biglietto. Per andare da Roma a Firenze ci vogliono due ore, ma io con la mia vecchia Panda ci metto anche quattro ore. Beh, per la rifa già sta. Salire tu ieri? Salire da Vaiti. Da Pannimazza da Storno, non si dice da Vaiti. Чтобы войти в автобус, требуется билет. Beh. Чтобы доехать из Ромы во Флоренцию, потребуется два часа. Ну, мне на моей старенькой панде. Разволюка. Но мне на моей старенькой панде не требуется 4 часа. Даже 4 часа. Аж 4 часа. И креститься надо со салона, да. Окей. Окей. Дальше объясни, просто показывают разные предложения, где с глаголом «волерчи» в зависимости от числа подлежащего, то есть того, что нужно, мы спрягаем глагол «волере», «волерчи» в единственном числе и в множественном числе. Наталья, в единственном числе «чи воле»? «Чи воле унора парандарен чентра апиете». Си? «Требуется один час для того, чтобы поехать в центр». Нет, не поехать. Пойти в центр пешком. Бе. По-русски можно просто пойти. Бе. А по-итальянски на меня. Бе, еще одно предложение, пожалуйста, Наталья. Чеволь ун пьено де бензина. Бензина. Бензина карандара Анаполи. Си. О, здесь... Прости, прости. Здесь у нас есть прилагательное, которое приобрело качество существительного. Пьено значит... Полный. А что имеется в виду? Пол, пе, ун... полный бак. Ун сербатойо пьено. Но. Бак пропускается. Поэтому? Требуется полный бак бензина, чтобы поехать в Неаполь. Бе, Ольга, еще пару предложений. Ci vuole un tecnico per riparare la TV. Sì, io sam не смогу. Нам нужен мастер, чтобы починить телевизор. Да. Ci vuole. Ci vuole un giardino per tenere un cane. Sì. Cane. Sì. È strano. Нам нужен сад, чтобы завести, чтобы держать собаку. Sì. Прости, если собака это чихуауа, можно и квартире, но иначе будет страдать, если не будет возможно. А тут все-таки нам надо, или все-таки имеется в виду, что вообще в принципе... Вообще, требуется. Здесь не указано кому. Требуется просто. Требуется. Да. Чтобы содержать собаку. Бе. Приличным людям. Чего рекламно про квесту лавору? Либо темпо. Либо темпо. А нужно спокойствие и время, чтобы работать эту работу. Для этой работы. Хорошо. Дальше, Ирина, найдем приложение в множественном числе. Чеволю на 10 минут перфинире квест лавора. Си. Требуется 10 минут для завершения этой работы. Си. Чеволю на 30 литри де бензина перандаре Рома. Си. Требуется 30 литров бензина, чтобы доехать до Рима. Угу. Чеволю на дуэ операй. Sì. Per riparare questo sì. Top
Sì. Требуется две операции, no. No, 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 no. L'operaio è Tarabocci. Двое. Двое рабочих. Двое рабочих, чтобы починить это тетте. Чтобы тетте. Тетта это сиска, а здесь написано крыша. А, крыша. Это может песня у нас будет. Так, два рабочих. Да. Рабочих. Чего ли на мультисоль теперь квест в Яджу? Все. Требуется много денег для этого путешествия. Это понятно. А можно спросить про это Волина? То есть оно в будущем и в прошедшем времени? А, конечно. Давайте покажу. Покажу. То есть вместо того, как сказать... Не требуется, а потребовалось. Прочекай. Си, си. Спрягай глагол «волер». Потребовалось один час, чтобы закончить эту работу. Все, таки подлежащий, это «унора». «Че волута». C'è voluta. Vuoi la glagola, spamagate in glagola et essere. Paetemo, fa le giacce da час. Qui spamagate in glagola. Questo прошедше, может быть, безличное. Потребовалось же кому-то, мы же как бы знаем кому. Не знаю кому. Или в принципе. Это безличный глагол. Когда мы говорим по-русски, требуется. Кому? В предложении я не скажу кому. Если мы хотим лично, используем второе глагол. Второе глагол показываю потом. Allora, c'è voluto un'ora. Ci sono volute due ore. Potrebo, la butta по-русски, потребовались две часы. Это частица у местоименного глагола. Просто скакивает. Это скакивает, да. Это ближайшее прошедшее время. В будущем чи ворра. Унора. Чи ворранно. Due ore. Sprechè, ma la gole, cacca la gol volere, no? Stesse, la gola da bavolezza, ciastizza C. Potrebbe sì, potrebbe, sì. Scagnetto, potrebbe, sì, ci vorrebbe. Ci vorrebbe. Ci vorrebbe un'ora. Ci vorrebbero. Ah, vorrebbero. Due ore. Это уже условное наклонение. Потребовалось бы, я правильно? Трабе, потребовалось бы, да, условное наклонение. Вореберо. Вореберо. Вореберо, не знаю, откуда появилось. Бене. О, посмотрим то же самое для второго глагола. Чтобы дорисовать картину до конца. А, хорошо. Ci ho messo un'ora. Мне потребовалось один час. Здесь это mettere, дословно по-итальянски это требоваться здесь, при использовании глагола, это туда я кладу, положил. Лучшие годы жизни. Лучшие годы жизни, да. Ci ho messo due ore. Если не меняется, потому что подлежащее все-таки я. В будущем ci metterò un'ora, due ore. E в условном наклонении ci metterei. Un'ora, due ore. Может, это дурацкий вопрос. Почему
чью, то есть это Валерчес эссере, а метр чью... Ma, allora, я могу дать ответ, но скажу сразу, что только частичный ответ является логичным. Здесь логика есть, потому что это метры, класс, что? По-итальянски звучит именно как «туда я положил час». Как будто у меня в кармане есть час, как деньги. На самом деле, время – это ценность. Так это же частица просто туда соскочила. Отсюда? Да. Ну, да. А почему туда сейчас это такое значение имеет? Это же просто... Алло, если ты помнишь, есть разные значения у частицы Чи. Она из них – это туда, там. А это в ухах итальянцев звучит именно так. Туда я положил час, как будто у меня есть разные монетки временные в кармане. Ну ладно, надо потратить, да? Потрачу этим. На, возьми эту монетку, этот час. Поэтому понятно, что здесь... обязательно вспомогательный, понятно, это логично, что вспомогательный глагол будет «авере», потому что это переходный глагол. «Класт» – что-то. «Час». Получается как бы «меттери», это как «меттери», «чи-то» – это «туда». Поэтому здесь логика есть. Да. Здесь, на самом деле, логики нет, потому что это «чи» плюс «волере». А «волере» – это модальный глагол. Модальный глагол не влияет на вибо вспомогательного глагола. Да. Это просто так, это правило. У глагола «волер» ci требуется вспомогательное волесе. Все, не обсуждается. Причины нет. Это правило.